Раскольники на грани раскола. На Украине глава одной из неканонических структур Филарет пытается созвать высокопоставленных клириков на так называемую братскую беседу. По данным местных журналистов, речь пойдет о восстановлении так называемого Киевского патриархата, на основе которого зимой было создано некое подобие церкви, получившее от Константинополя Томас об автокефалии. Тот самый Стамбульский приход возглавил Епифаний, Филарета стали называть почетным патриархом. Отношения у двух руководителей сразу не задались, и вот теперь Филарет, похоже, перешел в наступление. В интервью украинскому телевидению он заявил, что за полгода общался с Епифанием не более 5 раз, и в таких условиях управлять церковью невозможно. Теперь Филарет заявляет, что намерен сохранить некую единую украинскую церковь, о чем, правда, он говорит, понять сложно, поскольку, напомню, большинство верующих переходить в раскольническую структуру отказались.